Всем привет! Надеюсь, что у вас уже у всех весеннее настроение, потому что тема сегодня – необычные идеи для весенней фотосессии. Цветочный сезон объявляем открытым. В весеннее время фотографироваться с красивыми цветами проще простого, и улица для этого лучшая локация. Для первой идеи вам понадобится букет цветов, но не простой. Вы можете заказать стильную композицию в картонной коробке, а можете сделать ее сами. Шаблоны цветочных боксов вы без проблем найдете в интернете. И есть вариант самый бюджетный. Совсем скоро цветы будут буквально на каждом шагу. На дереве возле дома целые плантации зацветут, возле любимых кафешек, ну и, конечно же, в ботаническом саду или в специальных магазинах, где вы найдете экзотические растения буквально под открытым небом. Не только вы радуетесь смене погоды, но и ваши друзья. Вы наверняка найдете единомышленников, которые, как и вы, мечтают о свежих снимках. Возьмите с собой интересную атрибутику. Кофе в картонных стаканчиках, солнцезащитные очки, рюкзак. Постарайтесь ловить фотокамерой больше эмоций. Это и будет залогом красивого кадра. Вам тоже стоит выгулять свой новый модный лук. Ну, наверняка к весне готовились. Доставайте новое пальто, стильную обувь и все то, что вы бы хотели показать. Сейчас именно тот сезон, когда достаточно теплый и объемный верх идеально сочетается с легкими струящимися элементами. Например, куртка оверсайз и шифоновая юбка. Не упустите момент похвастаться обновками и сделать модные кадры, ведь жаркий сезон может настать неожиданно. Пикник – прекрасная идея для весенней фотосессии. Можно дополнить его воздушными шарами или корзинкой с фруктами и багетом. Главное – плед, зеленая трава и голубое небо. Наконец, не нужно тратить уйму времени на одевание и просто получать максимум удовольствия от прогулки на природе. Если у вас есть дети или домашние питомцы, берите их с собой и включайте камеру телефона. Запечатлеть радугу на фото – это настоящая удача. Но если ждать майских дождей неохота, то можно воспользоваться приложением Afterlight или подобными программами для смартфона, где радужный градиент накладывается на нужный участок. Также красиво смотрятся на фото другие уникальные сезонные перемены. Аккуратно газоны с первой травы, пятилистный цветок сирени, первые бабочки. Благодаря охоте за красивым снимком вы автоматически будете замечать все детали весеннего пробуждения. Весна хороша тем, что идеи могут появиться буквально из ниоткуда. Главное – радоваться теплому солнцу и не забывать делиться своим весенним настроением через фото. С вами была Дарина. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до встречи. Пока!